Микс Ньюс. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком 672-12-93-9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Бочаров, физик, химик и специалист по квантохимическому моделированию и спектроскопии рентгеновского поглощения. Я не случайно назвал все эти сложные термины, потому что сегодня мы хотим поговорить о науке, о фундаментальной и о прикладной, и, в общем, попытаться даже рассмотреть науку с точки зрения философской. И я представлю более подробно нашего гостя. Это доктор физики, защитил магистерскую в 2006 году по квантохимическому моделированию рентгеновских спектров поглощения, докторскую в 2012 году, тема моделирования поверхностных слоев и реакционной активности нитридного ядерного топлива. Стажировался в швейцарском институте Пола Шерера и занимался моделированием диоксида урана и еще массой различных тем, которые мы попытаемся прояснить нашим радиослушателям, которые в физике и химии не столь компетентны. Да, также день. Да, координатор Латвийской открытой олимпиады по физике, член оргкомитета Латвийской республиканской олимпиады по физике и координатор Рижской школьной лиги «Что, где, когда» с момента ее основания 2003 год, член Совета Рижского клуба знатоков. Дмитрий Бочаров, еще раз напомню. Здравствуйте, Дмитрий. Да, добрый день. Я вот очень много терминов сейчас перечислил. Может быть, если в двух словах упростить для наших радиослушателей, чем вы занимаетесь? Чем я занимаюсь? Я занимаюсь, прежде всего, физикой твердого состояния. Твердое состояние – это практически все твердые материалы, которые мы встречаем каждый день. Начиная от стекол, кончая от полупроводников, которые в мобильных телефонах, ядерное топливо тоже принадлежит к так называемым твердым телам. И у меня есть более узкая специализация – это квантовая химия. То есть, согласно квантово-механическим представлениям, я пытаюсь рассчитать какие-то свойства этих материалов, чтобы понять, как оно работает, как можно улучшить эти свойства, чтобы сделать нашу жизнь немножечко лучше. Ну вот это, кстати, вы говорите о том, что хотите понять, как это работает. То есть, на какой стадии развития находится современная физика? То есть, насколько далеко она продвинулась и сколько еще непонятно? Ну, сейчас, после того, как на Большом адронном коллайдере открыли бозон Хиггса, многие вопросы вроде оказались даже закрыты. В принципе, я сейчас, наверное, не жду больших переворотов в физике, которые полностью изменят концепции. Но я вижу большое количество прикладных задач, которые могут быть решены, чтобы получить, например, новый материал с улучшенными свойствами. И вот если говорить о дальнейшем развитии науки как таковой, я думаю, что 21 век будет веком биологии, потому что неизвестные материки где-то там. А у физики будет большое количество прикладных задач, которые мы будем решать. То есть, получается, что на фундаментальном уровне физика уже достигла своего пика? Есть много неоткрытых вопросов в астрофизике, и есть достаточно много решенных проблем, например, в той же самой квантовой физике, на мой взгляд. Но что касается изменения парадигмы, если мы говорим о физике и о том, насколько физические законы верны, ведь мы можем вспомнить Исаака Ньютона и после этого Эйнштейна, который, в общем-то, перевел тему и доказал, что Ньютон был не совсем прав, ну, точнее, он ее уточнил очень значительно. То есть, хотя казалось, что вот эта выдвинутая теория Ньютона, она практически идеальна. Вот как вы можете это прокомментировать? То есть, есть же все-таки возможность того, что какие-то физические законы тоже будут меняться? Да, естественно, но если мы посмотрим в конец 19-го, начало 20 века, там тоже казалось, что практически все открыто, есть несколько вопросов, которые нужно уточнить, и, например, того же Планка уговаривали не идти на физику, потому что есть несколько расхождений с экспериментом, все остальное понятно. Но после этого случился резкий слом парадигмы, открыли квантовые явления в самом начале 20 века, и 20-е годы прошлого века это было открытие новых физических материков. В принципе, этот процесс достаточно активно шел до середины прошлого столетия. После этого
все постепенно устаканилось и перешло к более прикладным исследованиям. На ваш взгляд, это связано с чем? С тем, что с личностью ученых или с тем, что время изменилось? Потому что если мы берем Альберта Эйнштейна, то есть вот и, в общем, то поколение физиков, то там много, назовем это таким немножко замыленным словом, звезды, но тем не менее, мы знаем, любой ребенок знает, кто такой Альберт Эйнштейн. Сейчас мы, в общем, не так слышим о физиках, которые стали бы звездами. Это связано, наверное, все-таки с временем, потому что были неизведанные территории, которые можно было открывать. Я не помню, кто точно сказал, по-моему, Паули говорил, что если бы я пришел в физику на 5 лет раньше, это он сказал в начале 30-х, тогда я гораздо проще бы получил Нобелевскую премию. Почему? Потому что куда бы тогда ни направиться, там везде были новые города, новые неизведанные ареалы. Когда начали работать физики уже в 50-х годах, они открывали какие-то надстройки над этими континентами. Ну, это можно сравнить, что квантовая физика – это новая неизведанная Америка. А какой-нибудь эффект суперпроводимости – это город, который можно тоже каким-то образом изучать. Ну, что изменилось после того, как была изобретена ядерная бомба? То есть физика стала другой после этого и химия? Я бы сказал, что политическая расстановка сил стала другой. Ну, а с научной точки зрения? С научной точки зрения мы начали лучше понимать ядерные процессы как таковые. Ну и дальше вопрос, что мы можем делать с этим знанием. Либо использовать для ядерной бомбы, либо, например, для того, чтобы каким-то образом конструировать реакторы. Но что касается нравственного аспекта, насколько он важен для ученого, потому что я слышал о том, что, во всяком случае, об этом писали, что Оппенгеймер, например, который был отцом-основателем первой ядерной бомбы американской, это проект Лос-Аламос, то он, например, был в шоке от того, что они создали, и, в общем-то, считал, что нужно, чтобы эти ядерные бомбы были у других стран для баланса. Вот, вот этот нравственный аспект, насколько он важен, философский нравственный аспект для физик? Если мы посмотрим, например, на других ученых, например, на Сахарова, например, на знаменитого химика Полинга, тогда мы видим, что для них ответственность за общество была достаточно велика. И это связано, наверное, с образом мышления ученых. Но это же не мешало им, в общем-то, работать Сахару, в частности, над созданием водородной бомбы? Да, изначально он работал, а после этого, когда увидел все возможные последствия, его задачей стала совершенно другая. Он отошел от физики и начал заниматься чем-то правозащитнической деятельности, в чем-то диссидентской, связанной именно с тем, что он видел угрозу существованию человечества как такового, благодаря тому, что он открыл. И почему для ученых такое поведение, хочется надеяться, достаточно типично, потому что они анализируют ситуацию, не только в науке, но и в обществе как таковом. Но создание оружия, создание мощного оружия, как, например, ядерная бомба, это вызывает у ученых азарт? То есть это решение некой проблемы или вот как вы это видите? Мне кажется, но опять-таки я по собственному опыту проецирую, если есть какая-то интересная задача, то ты начинаешь над ней интенсивно работать с большим увлечением и не всегда думаешь о последствиях в момент, когда ты над этим работаешь. Тебя захватывает азарт понять решение задачи, которой ты занялся. А потом уже может получиться, что да, начинают осознаваться и негативные стороны открытия. Давайте примем звонок, надевайте наушники. У нас радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, добрый день. Хотелось бы очень вам задать конкретный вопрос. Может быть, он вам покажется странным. Но вот нас, вот все-таки людей, которые достаточно далеки от физики, но которые увлекались в свое время и как бы в поле такого притяжения физических открытий, всегда интересует вопрос лично меня. Вот что касается кванта. Вот вы считаете, что это как бы уже подошли, уже как бы там уже нет таких вот путей, какие-то такие дорожки открытия в области кванта, которые должны, конечно, сейчас все науки должны как бы смыкаться, и тогда идет открытие. Вот что касается кванта, если мы вот понимаем, что это есть пульсар, как бы идет вот
материя идет, этот мир, потом исчезает, идет, исчезает, может быть, это достаточно примитивно, но вот не кажется ли вам, может быть, я тоже ошибаюсь, что вот касается, когда речь идет о многомерности пространства, до этого же все прошлые века считали, что пространство трехмерно, может быть, квант, вот эта квантовая теория подойдут и дадут понятие. Сейчас вообще выдвигаются такие гипотезы, что пространство настолько многомерно, что там вообще нет, как говорится, числа. Может быть, конкретика в этом будет как-то вырисовываться? Насколько многомерно пространство? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. На самом деле вопрос достаточно хороший, потому что физики постепенно отходят от концепции трехмерного пространства, и та же самая теория относительности объединяет в четырехмерное пространство три пространственных измерения и время. Далее в 20-х годах прошлого столетия были попытки увеличить количество измерений, чтобы встроить в систему представлений не только гравитационные процессы, но и электромагнитные. Например, есть теория Калуци, где 5 измерений, их решение, решение этой системы дает описание не только гравитации, но и уравнений Максвелла. И сейчас очень популярна теория струн, где рассматривают 11-мерное пространство. Давайте, может быть, немножко акцентируем внимание на теории струн, потому что за этим красивым названием лежит очень сложная теория, представление о которой у всех, ну, у обывателей достаточно поверхностно. Вот теория струн в вашем представлении, как ее можно расшифровать? Я не специалист в области теории струн, но, грубо говоря, вводятся некоторые добавочные координаты, пространство становится 11-мерным, и пытаются создать такую модель, которая давала бы описание всех взаимодействий, как гравитационного, так электромагнитного, так сильного и слабого, их всего 4. При этом я бывал на конференциях, рядом с которыми проходили сессии по как раз теориям струн. И сейчас это достаточно узкоспециализированная область, где постепенно происходит все больше и больше улучшений в математическом аппарате. Ну и эти чувства у меня вызывают, эта ситуация вызывает у меня некие двоякие чувства, потому что, с одной стороны, это достаточно интересно, с другой стороны, эта область стала очень замкнутой сама в себе, чтобы, например, прийти туда начать работать, нужно где-нибудь лет 5 пробиваться через математический аппарат, чтобы только понять, что там происходит. Ну, кстати, насчет математиков, потому что я не вспомню дословно цитату Эйнштейна, но он говорил о том, что если бы математики занимались теорией относительности, то у него были бы проблемы, да? Я сейчас это упрощаю. То есть вот этот вот конфликт, может быть, ну, конфликт в таком мягком смысле этого слова между физиками и математиками, он существует. В принципе, да. Я бы не сказал, что это конфликт, это скорее особенность решения научных проблем. Потому что для математика всегда достаточно важно строгое изложение, аргументация на каждом этапе, доказательства на каждом этапе. Физики могут предложить какую-то модель, перепрыгнув в привычные доказательства и говоря о том, как они, эту модель видят. Например, то есть, разница в том, что физик может пощупать... Он может предложить недоказанную модель, которая будет работать с реальностью. Например, тот же самый Эйнштейн достаточно много открытий сделал, предположив некоторые неочевидные вещи и создав теорию, которая будет работать. Именно поэтому, например, создателем теории относительности считается физик Эйнштейн, а не математик Минковский. Хотя Минковский, в принципе, и ввел то самое четырехмерное пространство, время, которое потом использовал Эйнштейн в своих работах. Что касается пространства и что касается черных дыр, опять же, это такой феномен, который не исследован до конца. Вот, опять же, если немножко эту тему упростить, дойти до такого обывательского представления. Черная дыра многим воспринимается как нечто загадочное, как некий портал, как некий путь в другое измерение. Вот это пресловутое. Это... имеет хоть какое-то обоснование, вот это ощущение, что это путь куда-то в другое место? Есть теории, которые считают, что есть черные дыры и, например, гипотетические белые дыры, которые
излучает то, что попадает черное. И это, в принципе, никто не может в данный момент строго доказать. Может быть, имеет смысл сказать тогда, что такое черная дыра с точки зрения теории Эйнштейна. Начну, наверное, совсем простой проблемы, почему у нас Земля вращается вокруг Солнца. Согласно общей теории относительности, Солнце является массивным объектом, оно как-то искажает пространство вокруг себя, и фактически Земля бегает по окружности в воронке, которая образовалась, потому что там есть некая масса. И черная дыра – это означает, что масса объекта настолько большая, что из этой воронки ничто не может выбраться. А дальше идут какие-то гипотетические надстройки, что будет с объектом, который свалится в черную дыру. Не может ли быть, например, пространство изогнуто каким-то образом, ну, как лист, что вот здесь в черную дыру мы вошли, а с другой стороны мы вышли. Соответственно, после этого делается математическое описание этого, и выясняется, что да, так можно описать, создать математическую модель. Но правда это или неправда, пока никто не может сказать. Но, тем не менее, доказано, что в черной дыре искажается время и представление о времени. То есть, получается, что там время течет по-другому, чем, скажем, на Земле. Да. Вот этот парадокс как можно объяснить? Ведь время – это некое движение секунд, минут, оно кажется, что, в общем-то, не может меняться. То есть, вот... Ну, как раз, если мы опять посмотрим на теорию относительности, даже не общую, а специальную, как раз там постулируется неизменность скорости света, и из этого сразу мы приходим к тому, что время относительно. Грубо говоря, если вы движетесь с какой-то скоростью, то для наблюдателя, который будет неподвижен, ваше время будет течь медленнее. Микс Ньюс. О квантах, если поговорить, потому что о квантовой физике, о квантах, а даже о квантовых насосах многие слышали, но представление весьма размытое о том, что такое квант, как он работает и какое отношение он, например, имеет к нанотехнологиям, которые, опять же, сейчас очень популярны на страницах пресс. Вот, может быть, об этом. Да, ну, на самом деле, история достаточно долгая, которая начинается еще с Ньютона. И еще в те времена спорили о том, что такое свет. Это волна или какие-то частицы. Ньютон предлагал, что это частицы. Он написал об этом в своей книге по оптике. Но более поздние наблюдения показали, что свет обладает волновыми свойствами. Ну, например, в школе многие, наверное, делали эксперименты по дифракции, когда облучали лазером, ставили две щели и потом видели минимум и максимум. Это типичная интерференционная картина. Когда в, по-моему, в 18 веке показывали, Френель предположил, что свет обладает волновыми свойствами, тогда Пуассон сказал: но тогда, если мы возьмем какой-то предмет, поставим его, облучим светом, за данным предметом должно получиться белое пятно. А такого не наблюдается. Через несколько недель на следующем докладе Французской академии наук Френель взял предмет, белый шар, поставил его, показал. Там действительно есть белое пятно. Это пятно начали называть пуассоновским пятном, и тогда вроде бы вопрос был закрыт. Да, свет – это волна. Но к концу 19 века возникло несколько нерешенных проблем в физике, в частности, это фотоэффект, который заключается в том, что если металл облучать светом, оттуда вылетают электроны, которые приобретают в зависимости от длины волны света совершенно конкретную энергию. И была нерешена проблема излучения абсолютно черного тела в зависимости от температуры. И выяснилось, что чтобы решить обе проблемы, очень подходит концепция кванта, которая заключается в том, что свет все-таки обладает свойствами частиц. То есть, условно говоря, облучая светом какой-то объект,
на него падают порции энергии, так называемые кванты. Притом Планк, который предложил кванты для того, чтобы решить и правильно описать спектр излучения черного тела, он потом лет 10 пытался опровергнуть сам себя, потому что фактически он сломал классическую физику. Ему это очень не нравилось. То есть, он некомфортно себя чувствовал. Да, он предложил эту концепцию и пытался сам себя опровергнуть. То есть, получается, что когда мы включаем свет, например, в доме, мы подвергаемся определенной бомбардировке, в том числе, да, и квантами. Да, но что самая большая прелесть заключается в том, что свет обладает как свойствами частиц квантовыми, так и свойствами волны. То есть, называется корпускулярно-волновой дуализм. Эту концепцию предложили в 20-х годах прошлого столетия. И когда я учил сам квантовую механику, мне было тоже достаточно некомфортно, что ну как это может быть. Но потом я просто как-то с этим смирился и стал жить несколько проще. То есть, чтобы было, может быть, понятнее, звук – это волна, правильно? Да, звук и волна. Свет – это некий симбиоз волны и частиц. Звук – это волна, это колебание фактически воздуха. Свет – это, с одной стороны, волна. То есть, колебания воздуха. Колебания электромагнитного поля. То есть, там тоже была долгая история. Пытались понять, колебаниями чего является свет. Ввели понятие эфира, тоже в конце 19 века. То есть, гипотетическую среду, в которой будет распространяться свет, как колебания этой среды. Потом были эксперименты по опровержению того, что эфира нет. Эксперимент Майкельсона Мозли в конце 19 века. Ну и сейчас считается, что просто свет – это электромагнитная волна, то есть электрический сигнал продуцирует магнитный и магнитно-обратно электрический. Чтобы мы вернемся именно к кванту, но чтобы вот разобраться со светом, согласно существующей теории, скорость света – это максимальная скорость, которая на данный момент существует. Да. То есть, почему, на ваш взгляд, то есть, если это движение частиц, почему нет ничего, что могло бы быть быстрее? Почему свет – это некая, скорость света – это некая такая вот эталонная единица сегодня? Это вопрос уже исключительно философский. Потому что Эйнштейн, вводя теорию относительности, он просто постулировал, что максимальная скорость в любой системе отсчета будет c. И с этой аксиомы начал разработку своей теории. Является ли скорость света максимальной? Есть некоторое количество экзотических теорий про так называемые тахионы, частицы, которые движутся быстрее, чем c. Но они тоже, это такая авангардная теория, но она тоже существует. Ну, что касается скорости света, опять же, если говорить о фундаментальной науке, то в физике, я читал такие доклады, исследования, отмечают, что прорыв в изучении космоса будет тогда, когда человечество сможет понять и найти некую другую альтернативную скорость. Вот не света, а что-то более другое, может быть, какой-то там... Опять же, там переход из одного в другое. Фантастические фильмы можем вспомнить, вот эти вот все путешествия в гиперпространстве. Насколько это сейчас серьезно изучается? Как я говорил, до сих пор космология является одним из полностью непонятых ареалов. И вот неожиданные открытия, на мой взгляд, могут быть там. Как не специалист в этой области, я не буду ничего прогнозировать. Но если там случится какое-то неожиданное открытие, это не сильно меня удивит. Ну, что касается кванта, опять же, с открытием кванта и с изучением, более тщательным изучением этого явления, что изменилось в науке? В принципе, изменилось все, поскольку, решая уравнение Шрёдингера, мы можем получить информацию об энергетическом спектре молекулы, атома, твердого тела. И благодаря прикладному решению этих задач, по идее, мы имеем все современное материаловедение, все эти мобильные телефоны, которые лежат в наших карманах. А как квант, в общем, помог созданию мобильной связи? Дело в том, что когда мы переходим к микроскопическому устройству веществ,
мы должны понимать, что все те уровни, все те атомарные модели атомов, которые там рисуются в школьных учебниках, планетарная модель атома, что эти уровни определяются решением уравнения Шрёдингера, которое описывает фактически квантово-механическое решение задачи. А теперь давайте попробуем это объяснить для аудитории, которая изучала физику в школе, но после этого с ней не всегда соприкасается. То есть на простом человеческом языке. Вот как это работает? Как это работает? У вас есть уравнение Шрёдингера, которое описывает вероятность нахождения частицы и в какой-то точке пространства и ее энергию. Притом частицы они будут рассматриваться уже в том масштабе, где квантовые механические эффекты сильны. То есть получается, что квант, условно говоря, находит устройство, сигнал находит устройство. В этом, поэтому примерно. Нет, я бы сказал, что описание материала может быть осуществлено на микроскопическом уровне только с учетом квантовых эффектов. То есть, например, если мы решаем уравнение Шрёдингера, то мы можем в качестве решения получить все уровни атома и понять, например, какие переходы с одного уровня на другой могут в этой системе происходить. А если мы смотрим на мобильную связь, там используются полупроводники. И там эти процессы перехода и возвращения возбужденных электронов как раз являются ключевыми, чтобы все работало так, как работает в транзисторах. Давайте примем звонок. У нас на линии радиослушатель. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Хотел бы два замечания и задать вопрос. Значит, по поводу многомерности пространства, я бы сказал так, что число измерений прямо пропорционально способности человека их воспринимать. То есть воспринимает человек три измерения, значит, утверждается, что мир трехмерный. Будет воспринимать способность пять измерений, можно будет утверждать, что количество измерений равно пяти. То есть они не конечны, а ограничены человеческим восприятием. И отсюда же второй вопрос и опровержение некоторых ваших установок. То, что звук является волной, можно утверждать только до того момента, пока есть определенный уровень оборудования и приборов для измерения именно таких качеств звука. Надо уточнять при таких утверждениях всегда, что на данный момент времени человечеству известна одна характеристика звуковой волны, вернее, звука как волны, по той простой причине, что нет оборудования и систем измерения для определения других качеств звука. Спасибо, да, вот такое мнение радиослушателя. Да, к сожалению, мы нашего гостя достаточно рано отключили. Я хотел спросить у него даже, какие еще дополнительные... Ну, мы попросим его перезвонить, 672-12-93. Дополнительные свойства звука он подозревает. Но говоря о том же самом количестве измерений, если мы не видим какой-то объект, ну, никто из нас никогда не видел электрон собственными глазами. Это не мешает нам разрабатывать такие способы исследований, которые доказывают существование электронов. То есть мы знаем, что он существует, при этом мы не можем его ни увидеть, ни почувствовать, ни ощутить. На уровне тактильном нет. Но то есть на уровне каких-то экспериментов с дифракциями или существования тока позволяет нам косвенно предположить, что электроны все-таки существуют. То же самое. Модели 11-мерные, мы их не можем осязать, потому что мы живем в трехмерном пространстве. Тем не менее, мы можем построить там такую модель, которая будет выдавать некоторые предположения, которые будут сочетаться с существующими экспериментальными наблюдениями. Тем самым мы каким-то образом косвенно подтвердили данную модель. И тут же и связанный вопрос со сменой парадигм. Когда меняется парадигма? Когда в вашей модели появляется некое необъясненное наблюдение,
которое не может быть объяснено в рамках данной модели. Это как в истории с Эйнштейном и планетой, которая двигалась. Да, с перигелием Меркурия, которая двигалась не так, как предполагалось. Фактически пришлось к существующей теории делать некие настройки, которые, в конце концов, создали новую теорию. И тут, опять-таки, вопрос про применимости. Если мы исследуем какие-то макропроцессы, мы вполне можем соваться в рамках ньютоновской гравитации. Но если мы начинаем посылать спутники на дальние расстояния, тогда нам уже приходится использовать более точную модель. То есть но у нас... это модель физическая, математическая, то есть, вот опять же, со спутниками. Возьмем недавний пример комета Черюмова-Герасименко. Кстати, Клим Черюмов выходил в эфир нашей радиостанции. И ведь это все было в теории просчитано. То есть найти, долететь до этой кометы, посадить этот маленький зонд, это там целая история. Вот целое путешествие, такого раньше не было. Ну или, во всяком случае, так, настолько да, успешно. Уже известно, какие теории должны быть использованы для расчета. И, естественно, если теория дает правильное экспериментальное наблюдение, то она используется. Или правильно предсказывает инженерную задачу, как в случае исследования. Человек на сегодняшний день может просчитать все вот в этом? Или еще, то есть, он находится там, ну, опять же, если мы говорим о космосе, он может на теоретическом уровне просчитать возможность жизни на других планетах и так далее? Это вопрос, в принципе, совсем из другой оперы. Просчитать не может, потому что мы до конца не понимаем, как устроена жизнь. У нас есть только одно конкретное наблюдение – это жизнь на планете Земля. Но бозон Хиггса не дал ответ на этот вопрос? Бозон Хиггса не дал. Вот теория большого взрыва и вся вот эта история. То есть, говоря о моем личном отношении к данному вопросу, если предположить, что Вселенная очень большая или практически бесконечная, то даже при очень маленькой вероятности возобновления жизни, при очень большом объекте, естественно, есть шансы, что жизнь возникнет где-то еще. А бесконечность – это не утопическое понятие? То есть, это действительно существующая история? То есть, ну, опять же, мы берем, скажем, время, когда появилась Земля, время, когда появилась Вселенная. То есть, был какой-то стимул для того, чтобы это образовалось, и потом Солнце тоже когда-то погаснет, как говорят ученые. То есть, или все-таки бесконечность существует? Существует масштаб, стремящийся к бесконечности по отношению, например, к жизни человека или к размерам планеты Земля. Да, есть, конечно, теории, что Вселенная является замкнутой, но настолько большой, что ее во многих моделях можно рассматривать как практически бесконечную. А если Вселенная является замкнутой, то что является за пределом этой замкнутой сферы? Этот вопрос тоже из разряда фундаментальной науки. Некоторые из теорий, которые интерпретируют большой взрыв и его последствия, рассматривают Вселенную как некий воздушный шарик, который надувается. И фактически границы воздушного шарика и есть некая граница нашей Вселенной. То есть у нас вот тогда получается и наблюдаемые вещи с расширением Вселенной. И... То есть за вот этими границами этого шарика стены, получается, что мы находимся там условно в состоянии пресса какого-то? Вот нет, вся Вселенная есть этот самый шарик. А что за? Или все, или там... Там ничего. То есть, вся Вселенная есть шарик. То есть, а физика может или теория объяснить о том, что вот это вот ничего? То есть, это опять-таки, мы идем в сторону космологии, где есть много нерешенных задач. Опять-таки, хочется упомянуть альфа-член в уравнениях Эйнштейна, но мне не хочется идти в ту сторону, потому что это достаточно нетривиальная задача для объяснения в течение 20-10 минут, которые у нас остались. На эту тему можно прочитать отдельную лекцию. Но если мы рассматриваем существующие теории, например, непонятно, как ведет вся Вселенная себя во времени. Например, есть теории, что Вселенная – это шарик, который вначале будет расширяться, потом в какой-то момент он снова будет сдуваться. Притом
пространство будет расширяться и сдуваться. И сейчас вот космологи, они сильно спорят насчет того, что на самом деле происходит. Но можно ли провести аналогию между Вселенной, ее строением и между микроуровнем, мы говорим о квантах, и строение, вот опять же, там, частиц в пустоте, условно говоря. То есть, насколько это похожие явления? Я в ту сторону пока не думал, и для меня они, в принципе, не очень похожи, потому что все-таки квантовая механичность явления, она начинает работать при малых масштабах. Космология – это другой край. Что касается философского аспекта науки, это нередко можно услышать. Религия и физика, Бог и, в общем, физика, опять же. То есть, как ученые относятся к истории вот этой версии божественного происхождения Земли и вообще ко всей религиозной интерпретации? Ну, многие ученые верят в Бога, естественно, если мы видим какую-то наблюдаемую модель, то вполне можно предположить, что, например, ее создал Бог. Это утверждение нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Есть другие более интересные версии. Например, не так давно, в 2003 году, в шотландском журнале была издана статья, которая доказывала, что все, что мы наблюдаем, является компьютерным моделированием какой-то цивилизации более высокого уровня. То есть нас создали? Да, то есть мы являемся продвинутой компьютерной программой. И высказывают некоторые предположения, как это проверить. Например, если у нас есть моделирование, то, скорее всего, есть некоторая сетка, с помощью которой осуществляется моделирование и распространение частиц вдоль сетки и поперек могут, простите, вдоль и по диагонали могут отличаться по скорости. И там предложились некоторые физические... Но это не история симулякра, нет? То есть это... Да, фактически симулятор. То есть, если верна теория о том, что цивилизации третьего-четвертого уровня существуют, то тогда, скорее всего, они будут что-то такое моделировать. Если таких цивилизаций достаточно много, то вроде бы тогда получается, что более вероятно, что любая наблюдающая себя цивилизация является моделью. Да, есть такая философская гипотеза, которая опубликована в научном журнале, ее тоже нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, хотя есть предложение, как можно попробовать проверить. Ну, насколько, вот завершая эту тему, вот лично ваше отношение к религии и к Богу, вам как физику, человеку, который работает с тем, что можно объяснить, или, по крайней мере, стремится все объяснить, вам не мешает вот это вот существование параллельной теории божественной? Ну, более того, мне кажется, но опять это вопрос веры, что Бог существует. Но это никак не связано с тем, что я как-то проанализировал физику и пришел к этому выводу. Это внутреннее понимание вопроса. Спасибо. Дмитрий Бочаров, физик, специалист по квантовой химии, был у нас сегодня в гостях. Будем еще приглашать, потому что тема не исчерпана. Еще хотелось, конечно, поговорить, но обязательно продолжим этот разговор. Спасибо, да, спасибо, что слушали. Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн.